дорогие любители Азии, маглы, волшебники, джедаи, ситхи и другие друзья! С вами снова я, Милена, русский гик и гек, живущий сейчас на территории Кореи. И если вы не знаете, кто такие гики, это анимешники, косплееры, отаку, вотаку, геймеры, ну и много еще чего, и вместе взятых. И сегодня я начинаю свою уже очень долгожданную рубрику, а я давно вам хотела показать, какие квартиры в Корее, как они вообще выглядят и сколько они, в общем-то, стоят. Вау. И сегодня, благодаря моей подруге, я попала в один из ванрумов. И вы не поверите, примерно в таком же жила. Но вот в чем прикол. Теперь вы можете это снять, не будучи студентом. Раньше такой фишки не было в Корее, а теперь она есть. И сегодня вы узнаете, что почем и как оно выглядит. Готовы? Тогда поехали! В общем, существует прекрасное приложение Airbnb. Нет, они не мои спонсоры, моим спонсором стал именно человечек, который попросил показать эту квартиру, и она мне ее сняла. Спасибо. Вот, и, соответственно, я ее показываю вам. Раньше в Корее такого не было, то есть вы могли снять гестхаус, хостелы, отели, мотели. Если вдруг там через друзей как-то что-то попробовать такое пробить, ну, чтобы на буквально пару суток вообще снять ванрум, студию, лофт или что-то такое, это нереально было. То есть либо ты должен быть студентом на долгое время здесь, либо как-то через друзей корейцев. Потому что только корейцам такая фишка была доступна, потому что, ну, знаете, сам Багиль, любовь ихняя, да, то есть они такие в пятницу выехали, поехали куда-то, поразвлекались и вернулись, соответственно, в рабочие будни работать дальше. Это вот у них распространенный вариант такого отдыха экстремального, для меня это просто нереально как-то. Вот, и под эту систему наконец-то подладился Airbnb, где просто дичайший фильтр до деталей. Даже я была в шоке, узнав, что там можно вплоть до установления языка, который знает человек, обладающий данной квартирой, лофтом и т.д. То есть вы можете попросить знание русского языка, английского как минимум, там, ну или какого вам необходимо. Вы можете спокойно узнать, можно там курить, пать, устраивать и вообще, что там вообще можно делать. Вы реально можете поставить все, что угодно в этом замечательном фильтре, вплоть до того, что вы можете спокойно снять и просто комнату. Да, комнаты здесь тоже снимаются на определенное количество времени, когда, в общем-то, там живет хозяин. Ну, я думаю, это странненько будет. Наличие парковочного место и так далее. То есть, короче, это шикарный фильтр, который вы там можете с ним сидеть, играться, это вам. Чтобы вы позабавились. Просто я вам говорю, реально, этого не было раньше. А тут нате, пожалуйста, для вас, дорогие мои туристы, да, вы теперь можете быть как абсолютно нормальные люди, приехавшие на отдых, попасть в квартиру и увидеть ее изнутри, потому что, будем честно говорить, фотографии высвечиваются, и периодически то, что написано в списочке наличия, не всегда на месте, а то и что-то отваливается на вас. Данный ванрум, в общем-то, считается достаточно широким, потому что даже я со своим 1,71 м здесь неплохо, в общем-то, прошлась. То есть, будем честно говорить, у нас была примерно похожая квартира до переезда по размерам. Примерно. Я не говорю, что прям такая же, но примерно такая же. Поэтому достаточно удобная, приятная, но уже темная. Да, к сожалению, некоторые лампочки перегорели, со входа просто сразу достаточно темно, в туалете тоже как бы лампочки перегорели, и самое главное, кряквы нет. Как так? На фотографии кряква есть, на душике, а здесь нет. Это была маленькая печалька, потому что я прям очень влюбилась в эту замечательную кряквочку, да. Дальше по наличию, в принципе, все практически на месте, не считая то, что явно было унесено как подарок, типа деревянных вешалок, и они были явно заменены, и уже полопавшиеся местами, наверное, не работающие лампочки, да. Ну, короче, ну не весь, к сожалению, свет здесь работает, но... Пол работает, подогрев работает, кондиционер работает, чайник, рисоварка работает, микроволновка работает, соответственно, замечательный холодильник тоже работает, и, в общем, все в таком доступном и понятном варианте, что вообще вам не надо париться. Зашли, бросили, можно сказать, свои кости и вперед с песней отдыхать, либо покорять просторы Пусана. Да, если вы еще не поняли, это Пусан. Ценовая политика вальируется, как вы понимаете, в будние дни будет дешевле, в выходные будет дороже. И именно этот ванрум, который находится на станции, точнее между станциями Самён и
чонпо обойдется вам в будни где-то в 15, а в выходные уже 18, плюс замечательный сбор с Маво приложения и типа там уборка, тра-та-та. И, в общем-то, общая сумма как бы будет немножечко уже другая, но примерно начало будет таким. Но вы можете найти и за меньше, кстати говоря. По поводу уборки я бы посомневалась, я не такая, чтобы брезгливая, но были найдены моменты, и X-серия, ну, типа, не видно будет, правда? Даже стульчик, на котором я сейчас сижу, я на всякий пожарный протерла. Это на случай, если вы брезгливые. Ну, как бы я вам по чесноку говорю. Здесь есть замечательная веранда. Поверьте мне, не все используют веранду по назначению. Слава богу, в съемных ванрумах, если будет веранда, она, слава богу, нормально обустроена. Можно присесть, попить, поесть там. Это потрясающе! Ну и, конечно же, наличие всех необходимых обогревательных либо охладительных предметов, типа подогреваемая кровать, подогреваемый пол, либо кондиционер работает, кстати, и вентилятор. Также вам доступны, как и в любом другом отеле, такие вещи, как паровая хрень, ну, чтобы вы отпарили вещи, и, в общем-то, сам утюг. Я так не поняла, он работает или нет, но, по-моему, теперь там одним вариантом это все стало. Вот, у вас есть даже постирочная, то бишь машинка, вы можете спокойно здесь постираться, то есть вы реально можете просто расслабиться и не думать, как вот раньше мы, да, то есть набрали дофига одежды, и постираться же не можешь, приходится менять, воняешь же, боже ты моя, а тут теперь можно и постираться, и у вас все есть, вам не надо с собой порошок тащить, вам даже не надо с собой тащить моющие средства, и они есть, души есть у вас, и гель для тела, и, в общем-то, райзер, и сам шампу. Даже фуам для вашей мордашки, вплоть до зубной пасты. Вау! И да, туалетная бумага тоже есть. Потрясающе, потрясающе. Ну и как бы полотенчики тоже есть. Тоже потрясающе. Так вот, не надо все это тырить, родные мои, ладно? В общем-то, в основной массе мне нравится эта квартира. Запах, конечно, желает быть лучшим, потому что явно тут кончились все возможные ароматические штуки-дрюки, которые, опять же, на фото есть здесь нет. Но, как бы, не такие уж мы брезгливые, ничего перетерпится, перетопчется. Хей! Эта квартира принадлежит Попо. У него есть в доступе еще несколько квартир, поэтому, Попо, у вас тут дверка отваливается. Да, я произвела ревизию, чтобы показать, что есть, чего нету, как бы, что людям доступно сразу сходу, и вот на меня тут свалилось чудо-юдо рэбэкет, но я думаю, вы же подчините это, правда? Понятное дело, что есть здесь определенные правила, в каждом доме есть свои правила, и хозяева их описывают непосредственно прям на месте. То есть вы когда заходите в квартиру, в комнату, лофт, неважно, что вы там для себя нашли, все необходимые правила, которые должны быть соблюдены с учетом корейского социального общества. Давайте вы не будете нарушать правила, мои хорошие путешественнички. Общее впечатление о квартире достаточно позитивное, очень приятное, но, конечно, дорогие мои, вы можете здесь заселиться не в одно лицо, в принципе, стоимость на 4, как я поняла. Но если вы превышаете лимиты, об этом будет указано, ну и давайте вы не будете как-то жухлевать-мухлевать, потому что, ну, поверьте, они узнают. Вы можете снять с них штрафы, а не с вас. Вот такое замечательное приложение. Но у него есть замечательная фишка, которая действует разово, но в то же время на определенную сумму. То есть, если вы пройдете вот по тому самому промокоду, который я оставила внизу, заведете себе новый аккаунт, и на этот новый аккаунт где-то снимете, соответственно, квартиру на сумму, общая сумма, то есть там, если вдруг количество дней соберется, и будет общая сумма где-то $70, у вас будет скидка. Все, что меньше $70, не прокатит. Так что, если вдруг надумали, вам вот промокода, ссылка, не знаю, как оно вообще правильно работает, внизу, пользуйтесь, жухлите-мухлите, но это только вот разово и на определенную сумму. То есть, если это будет выше, у вас, соответственно, будет скидка. Если будет ниже, скидки, к сожалению, не будет. Сорянчики. Ну, а я с удовольствием прогуляюсь и в другие квартиры города Пусана, которые вы хотите посмотреть, правда ли там все так же, как на картине, или нет. Да, вы можете в этом поучаствовать как будучи обыкновенным спонсором, скинув неопределенную сумму, так и через приложение Airbnb. Вы можете найти, сами договориться и просто мне сказать, вот тебе такого-то числа вот туда. Готово, готово, да, да, хорошо, хорошо, да я поеду. Ну только да, давайте лучше сначала заранее обговорим, потому что вдруг у меня рабочий день будет, и я не смогу туда, ну вообще никак.
Ну а на этом все. Не забудьте подписаться на мой канал, на котором я разговариваю не только на русском языке, поставить пальчик вверх, поделиться с друзьями, оставить свой замечательный комментарий. И до новых встреч. Пока-пока. На, твердая постелька. Прыгать я на нее не буду. У меня была мысль, типа, в конце, так знаете, встать, прыгнуть туда. Но теперь что-то не хочется. Ну, а я буду рада, если вы также захочете посмотреть. Захотите. А вот это так и не было найдено.